Здравствуйте, Витя! Знаю я все сказки на свете. И сегодня, в новогодний час, расскажу одну для вас. Сказка — это прекрасная сказка о Кае и Герде. Итак, начинаем! Пора! В датском прекрасном большом королевстве весело жили, розы растили Кай и Герда. Матушке уютно и тепло. На улице морозы, метели замели, а в нашем доме розы, как летом, зацвели. Ой, что это? Вьюга разыгралась. Ой, мне страшно. Бабушка говорила, что есть на свете снежная королева, и у нее ледяное сердце. Не бойся, если она ворвется сюда, я посажу ее на печку, и она встанет. Осторожно, милый Кай, вдруг она нас услышит и придет сюда. За зимой весна, и вот наступило лето. Как ты, моя милая крошка, как ты сюда попала? Я искала своего брата. Пойдем, пойдем, ты, наверное, голодна и устала. Нет, мне нужно искать своего брата Кая. Пойдем, пойдем. Thank you.
И не вносим нежностей телячьих. Мы любим зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей. И бить поглуше. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то залезем. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Thank you.
белые снега. Я оставлю тут на долгие века. Единое сердце твое я растоплю. Но весенний день тебя я научу. Ты не будешь больше королевой злой. Ты будешь добрый, вот какой. Огромное горячее сердце смогла разрушить ледяные чары снежного.